Когда в мир вступает любовь и нежность, и тепло от мамы получает. Она на мир прекрасный этот с тобою подарила и в душу каждому из нас саму себя вложила. Хочу, чтоб в этот день весны на всей большой планете дарили мамочкам цветы их собственные дети. 8 марта, в женский день, прижмусь я к ней губами, верну ей нежность и тепло своей любимой маме.